Ее песен, в отличие от песен традиционных композиторов, они завоевали популярность на родине. И до сих пор эти песни поют, хотя официально Союз композиторов ее долгое время не признавал и не принимал свои люди. Вот такая женщина, которая шла на перекор стихи, но благодаря своему таланту добилась многого и, главное, добилась уважения в своем народе. И вот у нас есть сайт Сары Садыковой Лучи, произведение Сары Садыковой находится. И на этом сайте как образовался творческий союз имени Сары Садыковой, пока еще виртуально, наверное, куда входят известные композиторы, деятели культуры. Мурат Таджи тоже относится к этой влиянию. Он тоже идет на перекор стихии. Да, на перекор официальному мнению там, наших патентованных историков, которые долгое время все отрицали. И своим трудом, а еще и своим здоровьем прокладывает путь нам, в наше будущее тюркских народов. Открывает неизвестные страницы тюркской истории. Эти страницы достаточно долго и упорно закрывались традиционными историками. Вы знаете, что у нас написал российскую. Это принесли немцы, да? Кто такой Иван Грозный? Ну, многие знают, что он тоже, в общем-то, есть народ этих визитов. Ведь это тоже надо учитывать. Мы же никогда об этом не говорили раньше. И что такое Россия, которая является преемницей Золотой Орды на самом деле? Ведь об этом надо говорить прямо и в упор. Нам диктует такую историю, которая начинается где-то 16 века с Московской России, который якобы добровольно объединил все эти земли. На самом деле все было далеко не так. Поэтому значение Мурата Таджи в нашей жизни очень велико. Его труды способствуют сплочению тюркских народов, объединяет эти народы вот для достижения общих целей. Хочу сказать, что, к сожалению, в связи с состоянием здоровья Мурат Таджи нам прийти не смог. Но я вчера у него был, и мы записали его видеообращение, которое я хотел бы вам представить. إن الله
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إني أسألك بركة في عمرنا وزيادة في رزقنا وسعة لبدننا وتوبة قبل موتنا وراحة بعد موتنا وخلاصا عن النار ودخولا في الجنة پروردگارا به حرمت و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا الله شمر الحجاكن شفا برسن دنیا و آخرتلرن آباد ایلسن فرزندلرگه برچه خیرلی اشلرگه الله برکه برسن و ایش کم که محتاج کلمسن الله تزراغی ینه شوی خیرلی اشلرگه قیچلرن الله نصیب کسن اللهم سل و سلم و بارک علیه برحمتک یا رحم الرحمن Мы продолжим наш круглый стол в обычном режиме. Я вот передаю микрофон ведущему нашему Хамид Афенди Минажиддинову, старому другу Мурата Аджи, человеку, который много лет интересуется историей. Вызывает очень большой интерес. Если коротко сказать, вот он настоящий тюрк. Честный, обаятельный, правдивый человек, который истину, правду держит как самую высокую ценность. К сожалению, то, что мы воспитаны в традициях совершенно других, и поэтому книги Мурата Аджи вызывает неподдельный интерес. Почему? Ответ простой. Он говорит правду. Правда и только правда. В его книгах мы узнали такие вещи, что когда человек первый раз читает, у него впечатление разорвавшейся бомбы. Человек может даже и не может собраться с чувствами, потому что все воспитание, наш образ жизни, мы не подготовлены к восприятию таких вещей. Как мы были освещались предыдущие наши жизни, хотя бы до перестройки. Татары, тюрки – это варвары, трудные человечества. Вот Плетнёв знаменитый наша писала, которые ничего дали мировой цивилизации. Вышли две книги, последних, вот в этом году. Джером Мэн, перевод с английского, очень интересно, в которой он дает внуку Чингисхана Хулагу блестящую характеристику. Он пишет, что он управляет половиной человечества, огромной территорией, система управления, взимание налогов. Все на высоком уровне. А в конце он делает маленькую приписку. Монголы ничего не дали человечеству. А как же предыдущие наши скифы, массагеты, акациры, древние тюрки, люди, которые создавали Великую Империю, они игнорируют это. Вторая книга – это наша известного писателя Бориса Акунина,
вот, который написал уже две книги «Нашествие» и вторая книга «Ордынский период». И теперь он пишет, что мы незваные гости, мы коренной народ, живущий в степи, в великой степи, незваные гости, что, оказывается, последующие славяне занимались обживанием и заселением великой степи. Вот такие первые не встречают возражения, они благословно воспринимаются. Поэтому, читая книги Мурата Аджи, мы проникаемся к нему глубоким уважением. Вот книги, которые здесь лежат, я прочитал 135 тем, которых я не знал, и многие, наверное, не знали. Открытие и тенгри, и грамотность наша, что, оказывается, в V веке была уже высокая поэзия, что у нас было изобретено железо, что у нас мы освоили степь при помощи стремян, уздечки. У нас была лучшая армия в мире. Я говорю таким простым языком только потому, что у меня вызывает восхищение все его творчество. Можем бесконечно говорить о тех материалах, о тех данных, которых он приводит, и вызывает только недоумение. Вот Мурат пишет, у него уже 9 книг, у него уже некоторые книги по 5-6 раз переиздаются. А где же официальная реакция? Где же наши историки славные? Где же они со своим мнением? Мы по телевидению каждый раз встречаем на конференциях, говорят. А Мурат Аджи нет, те вопросы, которые он поднимает, нет. Молчат. Они почему? Молчат, потому что они не могут возразить. Это фигура умолчания или это знание того, что он говорит? Я в самостоятельном порядке накупил множество книг Мурата Аджи и дарю их друзьям. Разным. Интересующимся нет. Два подхода. Дарю человеку, который, ну, не подготовлен. У него, может, и нет высшего образования. Но он интересуется родной стороной. И у него реакция. Он негодует. Он не принимает. Он весь в напряжении. Как же так? Как же нас учили в пионерском детстве? Знаменитое Куликово поле, вот, Сергей Родоневский, такие фигуры. И вдруг этого что? Нет. Это реакция недоумения и желания посчитать раньше. Дальше. Даю академику, даю профессору, профессору, даю доктору технических наук. Колана беря, он держит недолго, читает и возвращает обратно. Я весь нетерпение. Вот сейчас-то он мне покажет. Сейчас он начнет возражать. Молча, барсильёк. Они потому что понимают, что это исторические факты, против которых возражать трудно. Дорогие друзья, я предлагаю наш сегодняшний вечер посвятить его юбилею и пожелаю ему выздоровления. Это такая светлая личность.